Вокруг очень много лжи. Раньше нас могли обмануть только те люди, с которыми мы вот прям непосредственно взаимодействовали. Сейчас нас обманывают все. Хоть вот эта социальная инженерия, когда вам звонят по телефону, понимаете, на деньги вас кидают. Или когда вы просто читаете новости для того, чтобы создать у вас определенный настрой, определенное восприятие. Или просто приковать ваше внимание. Все нужно сделать таким избыточным, гуттаперчевым и так далее. И в этом очень много лжи. Мы с вами оказались в мире, в котором ложь стала нормой. Фейк-ньюс, сначала, когда там, Трамп начал эту фразу произносить, это еще звучало как вызов, а сейчас никого не удивляет. И этих фейков растет невероятное количество. И информационные войны, и вот все. И вот дальше мы с вами оказались в мире, в котором ложь стала нормой. И это ужасный мир. И нам нужно во что бы то ни стало, вот внутренне, во-первых, для себя решить, что мы лгать не будем, потому что это нас самих изничтожает. А во-вторых, мы научимся понимать, что есть правда, и будем ее целенаправленно искать. Когда мы начнем целенаправленно исследовать, что такое правда и какая она есть, мы почувствуем себя совсем по-другому. Не растерянными, не потерянными, не обманутыми. Быть обманутым – это отвратительно.